Сегодня будем мы планетаркой заниматься и цепью. Пока буду чистить планетарку, закину цепь в бутылку с растворителем, пускай откисает, потом в парафине выварю. Так, по вилке видео выложу позже. Сейчас откручу защиту. Видите, тросику хана. Рубашка хорошая, тросику хана. Тросик я поменяю. Вот так вот, чтобы этот ролик не потерялся, проволочкой его прикрутить и сюда в бутылку с растворителем, пускай откисает. Бутылка с под молока, горлышко широкое, все, пусть откисает. Замок. Да, кто-то сюда смазки напихал. Окошечко даже не видно, как меточки выставлять. Одна метка видно, бегает, вторую. Не видно. Так, ладно, это в сторону. Что тут дальше идет? Дальше идет у нас звездочка. Так, вот этот вот пыльник надо снять, он идет вместе с установочным комплектом. Звездочка. Так, шайба стопорная, звездочка. Гляньте, сколько грязи. Так, затем вот этот вот пыльник надо снять. И можно ее откручивать, на другую сторону переворачивать. Так, смотрите, как туго, вот даже ни люфта нету, ничего, ходит рычаг и планетарка, как туговато чуть-чуть крутится и остановилась. О, так она вообще не зажата. Ого! Так, подшипник целый. Пыльника сбили. Так, колесо пока в сторону. Вот с этого пыльника сбить надо. Так удобнее, чем пыльник выколупывать. Лучше вот так дернуть тормозные колодки. Смазка старенькая, липкая. Пальцем прилипает. Колечко стопорное. Есть у нас потом вот так вот механизм вот так вот аккуратненько снять.
Что ж она не хочет вылазить у нас, а? О! Все, видите, чуть-чуть ее покрутить. Так, я уже планетарки показывал, как эти разбираются. Гаечка, потом вот эта вот шайбочка, затем вот этот вот механизм. Вот такими вот кусачками вытягиваю, плоскогубцами. Вот так вот аккуратно. Сюда, затем вот это вот у нас такая вот шайба. Кто еще там у меня видео не видел про планетарки, запомните, когда вы одеваете вот эту вот шайбу, вот здесь есть два усика, вот тоненький и пошире, вот этот вот широкий должен быть справа от вас сверху, снизу слева от вас. Вот вы когда вот так оденете его вот сюда, вот он вот так садится на вот таких два язычка, вот один тут и вот второй. Это главное, потому что если вы вот так вверх ногами поставите, у вас не будет, не налезет вот этот вот механизм. Вот этот вот узел должен вместе быть собранный. Но я-то смогу его собрать, а есть люди, которые еще никогда не разбирали, им будет тяжело. Так, сейчас это пока в сторону, вот так вот. Так, конус целый, без раковин. Затем подшипник тоже. Шарики все на месте, все нормально. Так, вот здесь вот. Все здесь целое, все хорошее. Собачки на месте, все на месте. Так, ну это не сильно такой тут сложный механизм. Просто здесь вот стопорное колечко стоит. Оно вытягивается, это вытягивается, моется. Но оно и так моется все, потом смазкой смазывается. Так, пружина. Пружина. И теперь вот этот вот механизм. Сейчас я тиски поставлю, на тисках буду разбирать. Так, разбираем. Это вот колечко надо снять. Так вот. Так вот чуть-чуть оттянули. Вот так вот. И вытягиваем. Так, здесь на некоторых есть циферки. Здесь 8, здесь 4. И здесь бывают, вот смотрите. 8 и вот здесь. Вот смотрите, видно? Вот 8, вот 4. И вот здесь на вот этой вот штучке бывают циферки. Вот. Есть такие без цифр, есть с цифрами. И здесь 4. Значит, когда будем одевать ее назад, вот так вот, 4, 8 и 4. Вот эта штучка вот так легонечко снимается. Вот эта штучка снимается. Вот эта вот штучка вот так вот снимается. Обратите внимание, вот эти вот усики от вот этой вот пружинки, они становятся вот, вот сюда. Я потом буду собирать. Покажу. Так, и теперь пружина. Вот это вот пружина, которая возвращает все назад. Сейчас я ее сниму, помою все там. В одном видео я показывал, кто-то оставил комментарий, говорит, ты пока эту пружину взвел назад, я чуть с ума не сошел сильно долго. Так вот она раз обводится.
эта штука. Так вот, снимается. Снимается. Вот такая вот она. Вот тут этот усик, куда вот этот вот кончик цепляется. Вот так вверх ногами, когда мы ее поставим. И вот этот кончик надо завести вот сюда, вот в эту штучку, в сторону. Так, вытягиваем одну пружину. Вот она здесь. Она держится вот так вот. Вот ее вытянули. Большой усик, маленький усик. Маленький усик становится сюда. Так вот, аккуратненько. Ага, сначала вот эту вот штучку надо снять. Двумя меточками вверх. Видите, одна и вот вторая. Вверх будем ставить ее. Затем вот этот вот механизм. Смотри, еще одна пружина. Вот она. Сама штука. Состояние хорошее у планетарочки. По крайней мере, вот этот узел, который мы разобрали. Сейчас до того узла долезем. Ну, здесь смазочка старенькая. Смотрите, какая черная смазка. Это все надо разобрать. Перемыть. Самое главное, вот эту вот. Не трогать обонную муфту. Видите, она назад не возвращает. Плохо возвращается. Она должна... Видите, какая смазка густая. Здесь смотришь, вроде белая смазка. Видите? А здесь черная. Это вот стопорное колечко. Снять надо. Вот оно. Так. Нифига здесь. Все черное. Но все равно состояние хорошее. Ничего пока тут не хрустит. Грязи куча, но это не страшно. Это не страшно. Так, вот я его снял. Сюда его в сторону. Аккуратненько сейчас вот эти вот ролики. Тут вот втулочку, шайбочку. И... эти вот 5 роликов, они сейчас повыпадают. Вот тоже надо все перемыть здесь. Вот оно. Эти вот собачки самое главное помыть. Так вот. Сюда. Смотрите, ребята, вот так вот сейчас все перемыть в растворителе, повымывать все хорошо. Туда вот это вот все разбирать дальше не надо. Полный тюбик смазки. Пружина. Два. Проверка. Есть. У нее выбора нет. Эта пружина сядет. Вот. Отлично. Работает. Все отлично.
все хорошо. Есть такая штука. Так, 8-4. Вот здесь у нас четверочка. Так, сейчас чуть-чуть смазываем. Так вот. Одеваем. Одеваем. Попадаем в пазики. Берем вот так вот механизм этот. Проворачиваем и садим ее до конца. Ну, у нас села. Идем. Пружина. Низм. Все собачки вот сюда вот так вот. Есть. Тем подшипник. Конус. Хватит. Затем идет вот эта штука, как я говорил, большой усик справа. Надеваем. Затем вот эта вот белая штука. Есть. Вот этот вот механизм с такими вот маленькими усиками. То есть не механизм, а шайбочка. И начинаем. Начинаем контрагаить. Вот так вот подтянули. Ник. Сюда вот так вот шестерни. Есть. Так. Так, ребята, смотрите. Вот здесь точечка, одна меточка. Вот здесь точечка, вторая меточка по центру. И вот здесь вот, вот она, что такое, попала. И вот точечка, вторая метка. Ставим. Так, ставим. Берем вот это. Начинаем одевать. Есть, одел. Погоняли, погоняли, погоняли.
берем кольцо сюда, смазочки, где будет колечко у нас стоять, раскрываем. Так, ребята, одеваем эту всю систему. Вот у нас идет такая прямая штучка, и здесь вот такой есть, вот он, бегунок. Надо сюда попасть. Разворачиваем, смотрим, где он у нас, и вот так вот раз и попал почти. Так вот. И сюда прокручиваем и смотрим, чтобы на каждую собачку села. Села сразу на каждую собачку. Затем это промазываем здесь вот так вот. Сейчас сюда будет механизм одеваться сопликами. Вот этот механизм. Так вот. Вот одеваем. Есть. И затем вставляем ролики. Раз. Два. Четыре. Пятый ролик. Есть. Каждую собачку сейчас вот так смажем. Раз, два, три. Вот у нас все так, как надо. Колечко вот это вот сверху одеваем, вот это вот колечко, так вот. Сейчас его мучился, снимал, теперь буду мучиться одевать. И оно хорошо так быстро село практически. Сейчас так, и затем колечко вот это вот. Так вот, раз. И легонечко отверточкой. Вот она у нас и на место села. Каждая собачка. Каждая шестереночка. Так, затем. Затем у нас идет стопорное колечко. Все, да. И проверяем, чтобы у нас вот эти собачки, вот когда мы одевали барабан, были на месте. Все у нас на месте. Так. Затем берем тормозные колодочки вот так вот. Лиганца смажем, и тут поверху
слегонца смажем. Так вот, раз и одеваем. Так вот на пружинку. Есть такая штука. Как оно все четко работает. Так, ну затем одеваю колесо и стандартная процедура. Колесе в планетарке в самой. Чистота и порядок. Попалась планетарочка. Идеальнейшее состояние. Так, беру обгонную муфту, обмазываю. Вот так вот туда, внутрь, в нее, вот так по чуть-чуть под каждый ролик. Туда смазочки запихнуть. Владелец попросил все смазать фирменной смазкой. Как говорится, хозяин барин. Хотите фирменной смазкой, будет вам фирменная смазка. Хотите не фирменной шимановской, будет вам не фирменная шимановская. Так, сейчас я вовнутрь напихаю смазки. Так, одеваем. Вот она села, как крутится легонечко. Так, затем так, сюда это колечко я назад ставлю, снимал. Сюда на дорожку, где будет. Так вот, и подшипник. Лосинка какая-то. Так вот. Ну, сюда и теперь сюда. С каждый шарик. Вот под практически тюбики ушел. Сюда тоже чуть-чуть. Так, смазки. Вот. Начинаем. Есть. Сейчас мы его закрутим. Все у нас будет так, как надо. Туго все равно. Как надо. Сейчас только резиночку чуть-чуть резиночку смажу. Так вот. Вот. Все. Так, ребята, не думайте, что она герметичная, эта планетарка, что семерка, что восьмерка, что Альфин восьмерка. Они не герметичные. Они влагозащищенные, но не герметичные. Так, затем вот этот вот пыльник вот ставится. И звездочка наша. Так. И звездочка наша. Надеваем звездочку. Затем идет
Вот пыльник. И вот этот вот механизм. Все работает, все отлично. Проверять буду уже, когда буду полностью велик собирать, буду кататься.